Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, у нас 1 сентября, День знаний. Все наши детки идут в школу или в институты, в университеты, конечно же, учиться. И мы сегодня вам предлагаем сделать 1 сентября небольшой ритуальчик, который поможет ребенку во всех делах в его обучающем, в его образовании. Итак, друзья, да было бы хорошо, если бы вы начитали 3 раза определенные слова заговора молитвы для школы, для института, для университета на небольшую иконку, как вариант, календарик с изображением Господа Иисуса Христа, и положили в портфель ребенку, или ребенок сам, если он уже немножко взрослее, желательно положить эту иконочку в потайной кармашек, чтобы и ребенку было удобно, и чтобы эта иконка не привлекала внимания. И этот заговор для школы, для института, для университета поможет вашему ребенку в учебе. Ну а теперь, друзья, слова заговора. Господи, как ты слово свое говорил ученикам, как их наставлял, по пути праведному направлял, так направь раба своего, вашего имя сына или дочери, на ум, на усердие в учении, чтобы отныне и во веки веков он науки постигал, дурной дороги не знал. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Напоминаю, слова заговора молитвы мы читаем 3 раза. Друзья, очень сильная молитва, заговор, поэтому обязательно воспользуйтесь и сделайте именно 1 сентября, в День знаний. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале. Ну, а мы с вами прощаемся, друзья, и услышимся в следующем видео.